Здравствуйте. Я очень благодарен вам за ваши добрые слова, за вашу веру в меня и за ваши пожелания мне. Это сделало приятное всем нам. Все, что я делал на лучше всех, это для того, чтобы мы объединились и жили дружно, перестали враждовать и, самое главное, загрязнять нашу природу. Потому что ее становится все меньше и меньше. Мы в нее вторгаемся и уничтожаем ее богатство. И скоро нам ее может совсем не хватить. Давайте объединимся и поможем все вместе бедным людям и нашей природе. До свидания.